Что у нас уже город здесь? Что, поперли в гору? Гору. Умный гору. Не обойдет умный гору, топа, правда. Сквозь пойдет. Не, тут сильно ты что-то поверил в себя, походу. Нихера себе. Я верю в тачку. Ты физику сломал. Да не, нормально, давай. Да не, нам надо, короче, тормозить это тут. А то слышно, что её далеко, когда она глушится. Мы сильно близко подъехали. Там он козёл какой-то. Он нормально как раз в такой ямке стоит. Да. Давай я флаг поставлю. Ты флаг стал. Ого. Что, поставишь? Да. Залучено. Красивенький такой. Хулиганё такое еще. Оп. Где мы поставили? Ага. Ага, запомнил. Вижу, что ничего не вижу. 300 метров. 316 до неё. Вижу, они вообще не апгрейдятся. Принципиально? Смысл, да? Да все равно разбомбят. Ну. Слушай, они точно заделались? Даже интересно. Так, а кто проверял? Димка вроде тогда сказал, что как бы они вроде как обратно законопатились. Может, он не ходил туда? Блин, ну вроде как заборин стоит, хотя колючек я не вижу. Возле пенька, да? Ну, где бревно там лежало. Да. Ну, блин, надо ближе подходить. Деревья каких-то понасаживают всяких дурацких. Порубать нахуй. Так вы о чем вы взрывали? Минами, клейморами? И минами, и лягухами. И кастрюлями, бутылками. И бутылками, блядь, и всем. Короче, весело было. Ну, как бы да. Первую мы так, вторую уже с дробашей дубасили. Я сам себя подорвал. Медная так грохнул миной. Ну, Дима там, блядь, вечно ползает везде, блядь, пригнувшись, блядь. По каким-то пенькам. Ты стреляешь, что ли, блин? Я не в него же стрелял. Я же стрелял-то в мину. Он говорит, сейчас подожди, там, бам! Спасибо тебе, Тысяч, блин. Я ушел. Ну, заделали они. Заделали, да. Ага. Дима сказал, что они там как-то неумело так заделали. Блять, этот дойник задолбал уже. Спалил всю хату, блин. Это троник, блин. Задрон. Лети нафиг от меня. Спалил всю хату уже, да, блин, уже меня убили бы. Тупо вот эти дроны мешают, иди отсюда. Что, да, я красивый, я знаю, но зачем так? Слушай, ну в белом, конечно, вид совершенно другой. Особенно если где-нибудь там сидишь за этим. Ну да, и вообще не видно. Как бы вот, где ты? Глядь в мою сторону. Где ты там? Ну так, как бы, если знаешь, что ты там сидишь. Если знаешь, а так, я говорю, ну, короче, если... ролит эта шляпа. Не двигайся, то тебя хер кто увидит. Как бы глаза сразу, штука на движение аж реагируют. Ну да. Сейчас знаете, что будет? Что будет? Кавабанка? Вабабух. Чего? Вабабух. Бадабум. Бадабум. И бадабум. Я люблю тебя, Зина, за твои куски. Не, подожди, за твои большие си... Не, подожди, сейчас.
Внимательно. Я только песни припомню. Вот как там это? Там она... Не, не помню, не помню. Так. Так, лежи. Давай, давай. Ой, мне нравится, как он так лезет, такой хоп. Я оседлал скалу, блядь. Оседлун. А что, вы думаете, там кто-то есть? А фиг его знает. Хер его знает. Я тут как дурачок по скале прыгаю. Ха. Тишина. А чё, чё дома-то сидеть? Сколько время? Блять, шевелится. 22. Кустики ебанутся. Очень страшно, страшно. Так, а сейчас у нас 154. То они так на высотке, конечно, построились, тут хер подоберёшься, блять, к ним. Ну да, вот единственное, что они грамотно сделали, это они построились на горочке. Mm-hmm. Но в остальном... Лохи. Строители. Лошарина. Нет, с той стороны ворота видно. Так, ладно, сейчас я пойду перекурю быстренько. Сейчас подойду. Давай. А, блядь, скучно. Are you back? Я тоже пошел, короче, выйду нафиг. Класс в зеленых штанах. А, нет, кобура зеленая. Палит меня, блин, надо было взять. Красивую. О, волк орёт. Позорный, сука. У них же три выхода, блин. Три входа, блин. Я камушек. Да не дергай ты ногой, все будет хорошо. Нервный ты такой. Да, блин, вылез бы кто-то, убил меня, то я пошел спать нафиг. Так иди побайтесь. А, нет, так не. Ну так как вы собираетесь? Просто там сидеть и все? Да. Или там стрелки какие-нибудь закинуть туда там что-нибудь. Мину можно, блядь, мину облазять. А если установить на их территории мину, то они будут ее видеть? Нет. То, что это, ну, там флаг же не будет ее показывать, да? Я не знаю, мне, я не помню. Если стоишь на чужой территории, блядь, под флагом, то она становится, по-моему, под территорию флага. Интересно, интересно. Так, ну, мне кажется, мы отсюда хер чего увидим. Да фиг мы кого вообще увидим? Сколько там человек? Мы в сервере? Мы больше в отверточном городе нашли бы. 11 человек. Олень? Ты что, не слышишь? Нет. Топотун, олень топотун. А ты... Топотун? Может, не олень, да? Около меня проходит. Да не, он топает. Опа, слышал что-то. Кто-то что-то открыл? Че, братва, мясо подвалило. Контент пошел? Ага, контент-мейкер, блядь. Ну, главный ролик кабан, Яшка. Шо тут, сука, топает? Это, походу, ихний кабан прирученный, короче. Ихний кабан. Палит, нахуй, эту позицию. Так мне как будто он... Шпион. Он в скале, понял, ходит? А, во-во-во. Это Миха. Иди нахуй. Или кабан. Тоже серьезно. Да не, ну кто топает этими копытами? Вообще кто-то... Копытами? Специальный медведь? Да, капитальный, блин. Давай. Эй, пошел нахар отсюда. А, капан, да похер.
Я слышал, как что-то открылось, как будто. Не показалось. Сейчас, может, кто-нибудь выйдет за кабаном пожрать. Если кабан к ихней хате подойдет, то выйдет. Давай, кабан, пиздуй нахуй. Домой? Сука, богучая хуйня, блядь. Он тупо в этом. Фу, кыш, домой. Он тупо вокруг меня ходит. Это подосланный, я тебе отвечаю. Сейчас кто-то на вышку залезет и все, мне пизданет. Ну, ответку получит. О, он идет, идет, идет прям к ним. Давай, давай, братанчик. Красава. Главное, чтобы двери открыли, и в это время выстрелить, чтобы зайти. Сразу замки снять с первой двери. Бежать, замки снять. Как замки-то снимешь? Ну, можно, а, если открытая дверь. Когда открытая дверь, замки можно снять. Он идет, идет, идет. Давай, давай, малой. Малой. Давай, ты мой этот байчик. Байтун. Байтун. Давай, не двигаюсь. Они должны уже слышать, он уже прямо около забора там ходит. Если он, по идее, услышит кого-то, он же побежит, правильно? Да. Вот мы и узнаем. Есть ли смысл дальше ждать? Да. Или пойти спать, люди, блядь. Прям в забор идет он, короче, того. Такой-то дебильный кабан. О, ну, оп, на забор такой. О, сквозь забор прошел. Стой. Что это делаешь? Так, давай, так. Покажи, пожалуйста, правую руку. Блять, он ёбаный волшебник! Он ёбаный волшебник! Помаши твоей рукой! Мы на волшебника, блять, попали! Он ёбаный волшебник! Он волшебник! Это магия рук! Это ловкость рук! Посмотри, блять! Это ловкость рук! Он вообще, блять, человек! Вот ёбаный! Здорово, видел, что он подпрыгнул так. Нормально. Уже я тоже текстуры. Так смогу. А ну, подожди. Такой Дэвид Блейн, блин. Не, ну это нормально. Это только в скаме такое можно видеть. О, это он ты слышал? Визжал. Да, да, да. А какого хуя он визжал? Потому что... Там нет никого. Кто-то там есть, сука. Он же сам по себе не визжит, правильно? Ну да, с чего это он будет? Может, там кто-то, понял, качает этот... Ага. Как он называется? Скрытность. Кто ты? Кто это? Стрелял? Кто стрелял? Это чувак! По кабану, кабана убил. Любасу. За ним выйдет, да? С М9 я стрелял. Да нет, сука, кабан, пидорас, ебать, сквозь текстуры зашел. Конченый, прям в дом к ним, блядь. Дубина, блин. Взял, понял? Значит... Спокойно перепрыгнул вот эти колючки и прошел сквозь забор. Ну, это нормально. Хоть не спалил меня, красавчик. Хоть вожу. А как этих чуваков-то выдворить? Как? Да никак, террор, блядь, заминировать их нахуй с обеих сторон, блядь. Как они услышат, как вы подкрадетесь. Да не, вот тут вокруг просто, там на выездах, ебать. Там под камнем. Ну, да, тачки у них с той стороны, со стороны, блин, откуда? С Е, короче говоря. Там а ворота. Там не слышно там, что они делают кабанат? Ну, я за 100 метров. Не, я не далеко, я тоже. Где-то где я, насколько... Сколько? 100 метров тоже. Ну, с этой стороны ему нет смысла выходить, или хуй его знает. Хрен их поймешь. Да-да. Говорил, что надо втроем ехать. Вот тысяч, ленивая жопа. Да, тысяча бы заслали, с М9 он там бы разъебал. Кавабанга. Разъебал бы, нахуй. Ну, блядь. Ну, видишь, он тут. Тут. Петушканчик. Надо позицию пометить, это такая здесь прикольная. Ха-ха. Прям... Да я как этот, на открытой месте. Надо вы хотя бы возьмите гранату, забросьте, блядь.
Они хоть зашевелятся, ёпта. Да не, это палево, но у них позиции лучше. У них там вышки? Да. Они что? И они не простреливаются. Тисяч, вот ты знаешь, вот ты пошел бы с нами, ты возьмите это, возьмите да, то, ладно, возьмите все. Я выйду, вы не буду вам мешать, ладно, давайте. Ладно. Да нет, ну просто, блин, ну что, как страна советов-то? Ну, так а хули толку-то лежать там на животе, блядь, и поехал нюхать, бы блядь, с нами. И нюхать бебру. Поехал бы с нами. Хоть я и не поехал, все вот так вот, ты смысл бебру нюхать. Надо экшен, надо что-то делать. Одному хотя бы отойти метров на 300, стрелять куда-нибудь влево с пистолета, выстрелить один раз, чтобы они хотя бы... Да, нужно забайтить. Артема нет, понимаешь? Чтобы они вышли. Артема нет. Да, этот. Тот бы уже... Байтон тот еще. Побежал бы там, ебать, общаться. Здесь, видишь, у них трое ворот. То есть, как бы, двое мы контролируем, а третий нет. То есть, допустим, если забайтить их, надо, значит, ворота пасти. Блять, вот хрюшка какой-то тут бы еще раз бы появился бы. Короче, где у меня позиция, там классная. Потом на Е с горки надо с Барреттом херачить. С горки на Е. Ну, с другой. Те ворота. Да, блин. Где ты? Ну, ты видишь проекцию? Какую? Ну, я поставил на том месте, где я сейчас сижу. Нет. Ты далеко, прям... ты за пригорком где-то. Ну, так или иначе, прям ворота здесь на ладони. Угу. Вот эти, которые... Ну, там, наверное, и морда твоя на ладони. Нет. Тут такой камушек расчудесный есть. Кусочек папоротника. Кажется, он сейчас что-то доделает на базе и спадки пойдет. Все может быть. Куда? Куда? Постель. Тебе под бачок, блин. Да, ну, он пойдет в доме просто, сядет где-нибудь, как мы, блядь, и выйдет. По-любому. Такой классный гейплей, блядь, в скаме, пиздец, нахуй. Просто сидишь. Не, ну это такой вид отдыха. После работки вообще офигенно, нихера не напрягайся. Просто смотришь на какую-то железную хуйню нарисованную. Ну, значит, кабан в любом случае нам дело хорошее делать. Инфу слил. Там, да, подтвердил, что там есть. Да, это мой кабан. Дрессированный. Сука. Это Васек. Жалко, конечно, его. Васька. Блин. Плохо, что отменили с камень приручения животных. Васек сделал свое дело. Опять что-то идет, нахуй. Васек 2? По просьбам трудящихся. Не вижу. Главное, чтобы он меня не увидел и не хрякнул. Затихарился, сука. Надо камушек какой-нибудь найти. Васек 2, где ты там? Василий. Бля, ну с этой стороны нет смысла, ну а с той стороны как-то заходить. Блядь, обходи, Васек. Обходи, обходи, это шелопонь так. Съебись нахуй, Васек, блядь. Заебал, он типа идет, а потом хоп, не идет, короче. Какой-то непонятный Васек. Че, Васек сменил маршрут? Первый Васек был нормальный. Ну, потому что это был старший. Это средний так и сяк. Третий пойдет вообще дурак. Папа не хотел, мама не старалась. Чи наоборот, мама не хотела, папа не старался. Васек, блядь, иди, сука, еще разведай нахуй. Вот петара, сука, непослушный, блядь. Эх, Вася, Вася. Угу. Так. Блять, сука.
Ворона вонючка напугала меня. Ворона вонючка. Опа, волчок. Может, он за волчком пойдет? Ворона? Да, ручная. Принеси мне голову волчка. Клара. Фаст. Клара у Карла украла коралл. А, ну понятно. Такой, знаешь, как это, когда толпой мужика побили, потом последний такой щегол подбегает на тебе. Дрон улетел. Да-да-да. Да-да-да. Он вот тут рядышком. Я тоже думаю, что за шарик воздушный полетел. Жон, что сейчас выйдет? В большом воздушном шаре. Сука, ну ворота. Ворота. Блять, взял этот хуёвый прицел, блять. На два прицела брать. Да, с пары-то прицел на Мосинку. Он сильно далеко смотрит. 223 взять хотел. Там его тоже на два прицела особо носить. Потому что фиг знаешь, какой дистанции будешь воевать. Где засядешь? Блять, темнеет, однако. Однако, да. Короче, знаешь, что можно сделать? Короче... Нет, не знаю. Я обойму, короче, с дигла сажу в его сторону и валим отсюда нахер. Да зачем? И тогда можно просто гранату кинуть, да и все. Ой, или гранату вообще огонь. Есть. Чтоб он обосрался нахуй там. Есть. Сидел. Блять, и думал, что происходит, блять. Ну я подхожу тогда. Так ты мне на пятом. А ты что хотите сделать? Хулиганить. Ну что, готов срываться? Да. Я еще с дигла ебану. Бежим. Ты кинул? И чего? Че кинули? Нахуй. Да гранату он кинул, а с андроид кинул, а я, короче, с дихла ебанул, короче. Пиздец, у пацана инфаркт. Миокарда, блядь. Пошел он нахер, блядь. Вот такой рубец. У меня времени нет на него. А теперь думает, что это было, кто это был, блядь. Пацану размышления дали.